Новую пешеходную зону строят в Люберцах. Она расположится на улицах Смирновская, Волковская и захватит часть Октябрьского проспекта. Накануне ход работ на объекте проконтролировал глава округа Владимир Ружицкий. От скорбящего ангела на Октябрьском проспекте и до Смирновской, оттуда до станции Люберцы-1 и на улице Волковская. Новая пешеходная зона охватила большую часть центра города. Над масштабным благоустройством трудится огромная команда рабочих. Проектом предусмотрена замена асфальтового покрытия на плиточные, восстановление газонов, установка новых опор освещения, там 8-метровых, 5-метровых, создание сквера на улице Смирновская, установка малых архитектурных форм и высадка кустарника. Над архитектурным обликом пешеходной зоны начали работать еще в сентябре. Сейчас рабочие полным ходом укладывают плитку. Всего ею покроют 6 тысяч квадратных метров. Не стоит волноваться и тем, кто переживает за растительность. Для зелени определили специальные большие участки. Газоны засеют с приходом весны. Остались вот такие работы, которые связаны с подрезкой, скажем, наведение такого лоска. Поэтому сегодня здесь работает несколько бригад. Материалы просто полностью укомплектованы. На создание новой пешеходной зоны из регионального и местного бюджетов выделено более 50 миллионов рублей. Оценить преображение города у люберчан получится уже к концу ноября. К этому времени уже закончат земляные работы, выполнят установку архитектурного бетона на газоне, установят освещение, лавочки и урны. Надо добавить, что на этом планы по благоустройству Люберец не заканчиваются. В следующем году реконструкция также коснется улицы Звуковая и части Октябрьского проспекта. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.